Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Володимир Фроленко, депутат Миколаївської обласної ради, голова фракції партії «Опозиційний блок», секретар постійної депутатської комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Владимир Олександрович, ну, собственно, начнем то, що називається... Сначала поговорим о работе Николаевского областного совета. На уровне города Николаева, городского совета, бурлит жизнь. Что-то происходит на комиссиях, в самом городском совете. Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Николаевского городского головы. Ну, как-то что-то происходит. Сессии происходят. На уровне области, вот как так, если со стороны смотреть, складывается немного другая ситуация. Сессии проводятся редко. Выполняется, не выполняется бюджет, ну, как-то не очень понятно. Или я ошибаюсь? Ну, я не думаю, что вы ошибаетесь, но хочу сказать, что, знаете, такое спокойное затишье, как будто перед какой-то бурей. И то, что сегодня, ну, сессии проходят довольно редко, это да, я согласен с тем. Потом накапливаются много вопросов, и эти вопросы очень долго рассматриваются на комиссиях, и получается неэффективная работа происходит. Вы секретарь бюджетной комиссии. Да. Комиссия, в принципе, принципиально важна. Есть понимание, выполняется бюджет области? Будет ли он выполнен? Или вот как на уровне города? Останутся какие-то деньги, ну и, собственно, все. Я думаю, что действительно бюджет области, ну, нужно рассматривать более заранее. То, что мы видим сегодня происходит, мы даже не понимаем, какие будут вопросы, что касаются бюджета. То есть, мое мнение, я думаю, что бюджет не будет выполнен. А как, ну вот, собственно, по логике, это областной совет, как минимум профильная комиссия, должны понимать, как расходуются деньги, расходуются ли они вообще, перенаправлять, перераспределять средства. Я так понимаю, что с этим некие проблемы существуют. Ну, существуют. Нет контроля за выполнением и реализацией программ. Он сегодня отсутствует. И нам никто вовремя об этом не сообщает, что действительно есть какая-то проблема, и деньги будут не освоены для того, чтобы мы могли их вовремя перенаправить, ну, на другие программы. Вам никто не сообщает, но сами депутаты ведь могут задать такой вопрос? Могут. Когда депутаты начинают задавать такой похожий вопрос, то ювелирно уходят от этой темы, ну, профильные замы. Они ходят на комиссии? Ходят на комиссии, конечно. Вы их спрашиваете, они ювелирно встают и уходят? Когда мы начинаем давить по поводу какого-либо вопроса, тот, который нам непонятный, бывали такие случаи, что да, даже замы покидали комиссию. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это ваше личное мнение. Так же думают, скажем, члены вашей фракции. Либо мы можем говорить, что в принципе вот в депутатском корпусе, независимо от политической принадлежности, вот, собственно, депутаты так смотрят на эту ситуацию. Ну, смотрите, я вам приведу простой пример, что касается наших, допустим, депутатских денег, которые выделяются на округа депутатам. Сегодня эти деньги, можно сказать, каким-то образом переведены в ручной режим. И они сегодня до конца не использованы. Федор Петрович Барна, собственно, ваш коллега и оппонент очень часто, ну и, собственно, руководитель комиссии, в которой вы работаете секретарем. Он не так давно был в студии наших коллег Неквестей. И там вот, собственно, тема бюджетных денег была поднята. И, собственно, он сказал в таком смысле, что в принципе, извините, депутатские деньги, что в принципе депутаты на округа свои депутатские деньги получают, но есть некоторые депутаты, которые по какой-то причине что-то недоработали. Вот приблизительно такая была формулировка. Ну, есть такие депутаты. Я ж хочу заметить, что есть активные и пассивные депутаты. Есть депутаты, у которых уже давно расписаны эти деньги. Но в чем суть этих деньгах? Что деньги нужно использовать вовремя. Так проблема, извините, в депутатах, что депутаты что-то недоработали. Либо в исполнительной власти, которая, ну там, либо что-то умышленно придержала. Ну, либо, как говорится, недоработала. В большем случае это умышленно придерживают эти деньги. Для того, чтобы потом использовать давление на депутатов.
при помощи этих средств. В чем вообще, вот, с вашей точки зрения, может существовать проблема, либо существует? Она в какой-то нарушенной коммуникации между представительской властью, областным советом и исполнительной властью, либо просто не дорабатывает руководство областного совета? Ну, я считаю, что уровень депутатов сегодня занижен. Ведь все-таки глава областного совета должна иметь какое-то общее соприкосновение депутатов и администрации. Мы сегодня от этого изолированы. То есть какие-то проблемы, которые обсуждаются там в кулуарах без нас. И нас не ставят, ну, как бы, в известность. Ну хорошо, но я вот опять же повторю вопрос. Депутаты просто с этим соглашаются? Конечно, соглашаются. А что им остается делать, если сегодня у депутатов никто не спрашивает об этом? Хотят ли они знать эту проблему или не хотят? Многие депутаты, которые, ну, умалчивают просто. Хорошо. Возможно, есть необходимость ставить вопрос о том, что руководство совета не на своем месте. Глава, заместители. Но если отсутствует коммуникация, даже не то, что между областным советом и исполнительной властью, а если отсутствует коммуникация на уровне областного совета, то, о чем вы говорите, между депутатами и главой? Ну, этот вопрос уже давно поднимался и давно обсуждается этот вопрос о том, что, ну, нужно переформатировать сегодня областной совет в целом. Вы смотрите, вот последнее заявление Ковальчука Петра Васильевича, это глава транспортной комиссии. Он ушел, потому что он устал сегодня как бы доносить те проблемы, которые существуют. Его просто никто не слышит. Вот он вынужден был уйти, потому что он видит, что, ну, работы нет. И также нет работы и в других комиссиях. То есть люди понимают, что есть проблема, но до конца ее не доводят. Сегодня даже нету контроля над выполнением решения. Ну, то есть принятые решения депутатами сессии, они не выполняются. То есть остаются бесконтрольно. И это виноваты сами депутаты в этом. Потому что они должны понимать, что любое принятое решение депутатами, это своего рода закон на уровне области. И его должны выполнять. Ну, остается все бесконтрольно, и так все забывается, и никого даже не интересует. Возможно ли, я повторюсь, в таком случае постановка о... То есть готовы ли депутаты, есть ли какое-то, ну, консолидированное большинство, готовое поставить вопрос о том, чтобы поменять руководство областного совета? Да, я думаю, есть. Непосредственно представитель вашей политической силы тоже делегирован в руководство областного совета. Это заместитель главы областного совета Андрей Александрович Кротов. Как оцениваете его работу? Ну, вы знаете, прежде всего, ну, оценивать его работу мы будем на нашей очередной партконференции. Там мы ему и дадим оценку. Что касается моего личного мнения, то я считаю, он не выполняется с теми обязанностями, которые возложили на него, ну, депутаты оппозиционного блока, то есть нашей фракции. Он не выполняет те функции. Можно сказать, он полностью на сегодняшний день слился с властью. И те вопросы, которые мы принимаем на фракции, он идет полностью в разрез. То есть противоречит, ну, нашим интересам, наших избирателей. Полностью. Вы говорите ему об этом? Конечно, мы ему неоднократно об этом говорили. Мы даже предлагали ему, ну, уйти с этой посады, где он категорически отказался. Ну хорошо, какой выход из этой ситуации? Его нужно либо исключать... Он же во фракции остается или нет? Да, как процессуально? Да. Его нужно либо исключать из фракции, либо ставить вопрос перед областным советом о его исключении, ну, собственно, с занимаемой должности. Я правильно понимаю? Ну, конечно. Мы думаем, что будет вот отчет замов, также будет отчет губернатора, будет отчет главы областного совета, и там сами депутаты дадут оценку каждому из них. Это то, о чем я хотел поговорить, собственно, отдельно. Вы утверждаете, будут эти отчеты? Ну, я думаю, будут. Нам, по крайней мере, хотелось бы их послушать. Ведь есть о чем поговорить и есть вопросы, которые мы хотели бы задать. У нас времени не так много остается, собственно, для того, чтобы, ну, вот уже тут декабрь на носу, а дальше раз-два праздники. И... Сегодня по инициативе нашей фракции было подано звернення
в областной совет, где мы хотели бы заслушать на ближайших сессиях отчет губернатора, отчет его замов, отчет начальников департаментов. Я просто, как это, у нас вот вся эта эпопея достаточно длительный период времени развивалась на уровне города. Очень долго депутаты городского совета добивались отчетов городского головы, профильных заместителей, начальников управлений. Ну вот отчет городского головы закончился его досрочным прекращением его полномочий. Я вам хочу сказать, что, опять же, хочу вернуться к тому вопросу о том, что принятые решения депутатами не контролируются. Буквально год назад мы заслушали отчет начальника управления коммунальной собственности облдержадминистрации, где депутаты приняли работу незадовольную. На сегодняшний день этот человек продолжает работать. Также было принято решение заслушать областную державную администрацию по каждому коммунальному предприятию. То есть, чтобы мы хотели понять, какое же стратегическое развитие в будущем ждет наши предприятия. Мы сегодня, на данный момент, мы не знаем даже работу наших коммунальных предприятий. Мы не знаем, что там делается, мы не знаем, как оно управляется. Ведь сегодня коммунальные предприятия должны нести социальную нагрузку. Мы сегодня не получили до сих пор ни одного ответа. Тут вот опять же... я так вот не слышу вот такой аналогичной вашей вот теперешней риторики от ваших коллег. Может, я, конечно, ошибаюсь, но вот насколько областной совет сегодня готов жестко ставить вопросы об отчетности, о выполнении принятых решений? Вы знаете, я опять же хочу заметить, что депутаты перестали сами себя уважать. Вы посмотрите, как проходит сессия, как нарушается регламент. Те вопросы, которые сегодня интересны администрации, в каком режиме они проходят на голосование на сессии. Даже если вопрос проваливается, сразу переходят, можно сказать, в ручной режим управления депутатов. Этот вопрос повторяется, опять же его выносят и опять же любыми способами хотят продавить. Сессии проходят, когда администрации нужно протянуть какой-то вопрос, то необходимости сессии возникает. А когда нам нужна сессия, действительно депутатам собрать, чтобы обсудить какие-то вопросы, то это все оттягивается. Но все равно я вот слушаю вас и понимаю, что если бы на самом деле было какое-то инициативное ядро, которая там составляла половину депутатского корпуса, там, больше половины, я думаю, что все бы было немножко по-другому. Мне кажется, что вот, собственно, непосредственно рыхлость состава областного совета дает возможность... Сложивается такое впечатление, как будто депутатам это неинтересно. Вы любому депутату задайте вопрос, а сколько мы имеем сегодня коммунальных предприятий? Задайте вопрос, в каком состоянии находятся эти коммунальные предприятия. Многие депутаты даже не смогут ответить на это, потому что они не проинформированы. Опять же говорю, сегодня это все в тайне. Какое финансирование сегодня? Сегодня за полугодие сработало только в прибыль, это Николаев книга, коммунальное предприятие. Остальные предприятия это все убыточные. Фантастика. Я думаю, что вот сейчас наши зрители даже удивятся, потому что, во-первых, даже не знают, что такое предприятие есть, что оно, оказывается, может быть прибыльным. Все дело в том, что составляющая финансовая часть предприятия, то есть доходы упали, а затратная часть увеличилась. И сегодня реально наши коммунальные предприятия работают в убыток. Хорошо. Еще, может быть, один вопрос, касающийся взаимодействия. Взаимодействие с народным депутатом Украины. В этом созыве Верховной Рады мы неоднократно слышали, что Николаевщина как никогда представлена собственными народными депутатами. Как оцениваете сотрудничество с ними? Вы знаете, за эти, допустим, 2 года не было такого шанса пообщаться с народными депутатами в виде брифинга, то есть обсудить
действительно проблемы, которые существуют сегодня в области. Ведь у нас все поставлено сегодня как бы на политической линии. То есть сегодня мы как никогда имеем 11 депутатов Верховной Рады. Чем занимаются эти депутаты? Ну, как мое мнение, то, что я сегодня вижу, они используют, ну, такой, можно сказать, точечный ресурс. То есть установка где-то там спортивных площадок, установка там, замена окон. Но я считаю, это не уровень депутатов Верховной Рады заниматься, ну, такими мероприятиями. Ведь сегодня они должны объединиться, использовать свой мощный ресурс и такие объекты, как у нас есть сегодня там, это ЖД вокзал, это автовокзал, это объекты, которые государственного значения. Вот чем им нужно заниматься, чтобы общество увидело действительно этот объект, тот, что сегодня они делают. А я ж сегодня могут даже областные депутаты ставят и детские площадки, и так же само спортивные майданчики, так же само меняют окна. То есть это не уровень депутатов Верховной Рады, ну, заниматься этим. Ну, тут еще такая история. В принципе, так или иначе, они привязаны к округам. Нет, ну, у нас депутаты-мажоритарщики. Может, они направляют какие-то серьезные государственные субвенции непосредственно на округ? На ваш округ, например. Ну, вы знаете, в последнее время я не вижу ничего такого грандиозного, то, что у нас там, допустим, происходит на нашем округе. У вас на территории дорог нет. У вас на территории вашего округа непосредственно формируются объединенные территориальные громады? Да, уже одна есть. Как идет процесс, как его оцениваете? Ну, уже есть объединенная громада, это уже Баштанка объединилась. Ну, пока таких результатов я не увидел. Странно, что, ну, это... скажем, народный депутат от непосредственно этого округа, Андрей Водотурский, он в восторге от того, что происходит в Баштанке. Ну, у него свое видение на это, а я смотрю на это совсем по-другому. Ведь он все-таки, знаете, больше зацикливается на районах, а я больше общаюсь с жителями сел. И результата, по крайней мере, те села, которые объединились сегодня, ну, такого большого нет результата. Да, Баштанка, может, для себя и сделала что-то хорошее, ну, а остальное окружение пока нету результата. Что с подготовкой бюджета области на 2018 год? Вот возвращаясь к заявлениям вашего коллеги Федора Барны в эфире «Неквестей», то он там сказал, что, собственно, он как руководитель бюджетной комиссии видит, что бюджет 2018 года будет тяжелым. Будет тяжелым, он говорит. Собственно, о чем идет речь? Готовится ли бюджет 2018 года и что мы там уже видим? Вы знаете, бюджет 2018 года, по крайней мере, при мне еще не обсуждался. То есть есть ряд программ, которые должны обсуждаться публично, которые будут финансировать, которые не будут финансировать. То есть сегодня должны сделать, можно сказать, такую перекидку. Кому не хватит денег сегодня? Я думаю, что бюджет будет по сравнению с этим годом очень худой. А что касается будущего года, то я думаю, для того, чтобы пополнять бюджет, я думаю, пойдет реализация и приватизация каких-то государственных объектов, в том числе и даже продажа частично какого-то коммунального собственного наших, ну, с вами предприятий. Ну, так может их и нужно приватизировать, учитывая то, что вы говорите выше. А депутаты не знают, как они работают. Собственно, есть понимание, что они убыточны, ну, как говорится. Ну, опять же, я же говорю, что коммунальные предприятия создавались для того, чтобы нести какую-то социальную нагрузку. Я вот немножко, вот разъясните, пожалуйста. Собственно, на улице конец ноября. Бюджетный процесс – такая штука, он должен вовремя начинаться и как-то поэтапно двигаться. А вот, собственно, вчера в этой студии был Андрей Волотурский, народный депутат Украины, я задал ему вопрос по поводу того, как идет работа над бюджетом государственным 2018 года. Он говорит, что, вот, скажем, на уровне государства, как никогда, вот эти вот сроки бюджетного процесса выдерживаются. Вы секретарь бюджетной комиссии Николаевского областного совета. Вы говорите, что в вашем присутствии перспективы бюджета 2018 года области еще не обсуждались. Сроки не выдерживаются. Что происходит? Ну, я думаю, что будет большая недостача, по-видимому, что идет большая недостача финансирования денег. И из-за этого сегодня сроки оттягиваются. Потому что еще, может, не приняли решение
кто получит и какие программы будут финансироваться, а какие нет. И пока это идет в кулуарах. Что значит не приняли решение? Принимать это решение как раз и должны депутаты областного совета. Ну, у нас областной так, совет. У нас так построено, что принимаются решения сразу профильными замами губернатора, а потом это выносится все на комиссию, ставится перед фактами депутатов. А вы соглашаетесь? Ну, соглашается большинство депутатов, тех, которые сегодня, на которых сегодня имеют влияние. А те депутаты, которые ну, действительно самостоятельные, то они не соглашаются. Хорошо. Еще о некоторых итогах 2017 года. Ну, в общем, скажем так, ну, я не знаю, один из таких знаковых проектов, который реализовывался на уровне области, это, собственно, Николаевский аэропорт. Коммунальное предприятие, кстати. Как вам вся эта история? Смотрите, у нас на данный момент мы сегодня имеем два коммунальных предприятия, что касается аэропорта. Это аэропорт 1 и аэропорт 2. Старое предприятие уже находится на грани банкротства. Новое предприятие сегодня, можно сказать, всасывает большую часть нашего с вами бюджета развития области. Для чего там области, всех районов, всех, собственно, все так или иначе вносят свою лепту. Ну, конечно, я знаю, что все районы наши, за исключением трех районов, в среднем где-то отдали на это предприятие, на аэропорт около миллиона. У меня вопрос был, и я задавал вопросом депутатам местного уровня. Говорю, а почему вы голосовали? У вас что, сегодня все хорошо? У вас есть дороги? У вас сегодня отремонтированы все детские садики? Ну, как они мне объясняют, что мы ощущали давление. То есть, если мы не будем эти деньги давать, то есть мы потом не получим взамен какое-то финансирование каких-то программ. Что касается аэропорта, да, это хорошо, но стоит опять же вопрос, как будет он эффективно работать? И полетит ли? Ведь нам обещали, что он полетит в сентябре, потом в октябре, потом в ноябре. Уже скоро декабрь, до сих пор не полетел. И кто будет работать? То есть программы его как бы развития и стратегии ну, нам никто не предоставлял сегодня. Мы не знаем, мы можем его построить, вложить туда деньги, и он будет просто стоять. То есть это бессмысленно траченные деньги. Как оцениваете ситуацию с дорогами, например, у себя на округе? Ну, отрицательно, неудовлетворительно. Что с этим делать, с вашей точки зрения? Ну, вы знаете, все-таки многие дороги это государственного значения. И нам все время обещают, что вот завтра будут выделены ресурсы, будут выделены деньги из каких-то там таможенных программ. И как бы оно начинается хорошо, но в итоге потом все заканчивается. К концу года там где-то не использовали деньги, где-то задержались тендера и имеем то, что имеем на сегодняшний день. Как оцениваете, вот, скажем так, инициативу губернатора по поводу необходимости создания коммунального предприятия областного, которое будет заниматься непосредственно дорогами? Вы знаете, то, что я слышал, допустим, сегодня как бы на комиссиях даже еще не обсуждалось. Оно просто обсуждается так, можно сказать, в устной форме. Правильно это или нет, ну, я не могу дать оценку сегодня, потому что, опять же, для того, чтобы создавать это предприятие, надо иметь его полное развитие, то есть стратегию развития предприятия. Будет оно прибыльным, не будет оно прибыльным, сможет ли оно конкурировать с другими такими же предприятиями, только частного уровня. Ну а вот вы говорите на уровне разговора, ну так а на уровне разговоров мы понимаем хотя бы, чем будет заниматься это предприятие? Оно будет заниматься, ну я не знаю, там траву на обочинах косить, либо оно будет заниматься капитальным ремонтом, содержанием дорог? Мы сегодня базовую его структуру даже не понимаем, что оно будет делать, это хозяин, ну, это предприятие. Нужно оно ли сегодня или нет, тоже как-то ну, нельзя сегодня дать этому оценку на 100%, что оно сегодня нужно. Вы посмотрите, вы говорите, что убыточные предприятия коммунальные, их надо продать сегодня, а мы будем создавать какое-то коммунальное предприятие. У нас сегодня было уже Райавтодор, где они, в каком они сегодня состоянии, их сегодня просто нет в районах. Мы можем так же самое сегодня накупить технику, все, а потом
Дальше не будет финансирования, не будет содержания. Правильно? Это же надо содержать за счет областного бюджета. А мы не понимаем, будет ли бюджет в следующем году и какой он будет. Сегодня, я же говорю, я не имею никакой информации, какой будет бюджет. Как оцениваете ситуацию с шахматным клубом? Сегодня ряд программ, на которые выделялись деньги, в том числе и шахматный клуб, просто сказать, не использовали деньги. То есть за это должен кто-то отвечать. И отвечать должны начальники управлений, непосредственно которые контролировали эту работу и должны были контролировать. Но они этого не сделали. И у нас это все осталось как бы безнаказанным. Ведь я застал те времена, когда за неосвоенный рубль могли посадить. А сегодня это как будто таки надо. То есть это халатное отношение, ну, я считаю, органов управления. Хорошо, а как оцениваете вообще ситуацию с кадровой политикой на уровне области? Вот в течение года мы наблюдаем, что у нас куда ни ткнись ИО. Начальники управлений, заместители губернатора, главы областной и государственной администрации, главврачи. Сколько у нас сегодня главврачей исполняет обязанности, они фактически назначены? Смотрите, на сегодняшний день у нас где-то областных больниц, ну, в области, 8 областных больниц, которые не имеют сегодня главных врачей, ИО. Что такое ИО? Это человек, который не несет большой ответственности. Ну, так кого же наказывать в этой ситуации? Вот у вас тоже выше прозвучало, что нужно, должен кто-то ответить. Человек в статусе ИО. Ну, вы знаете, как у нас подбирают кадры. У нас все-таки на сегодняшний день подбираются кадры все-таки по политической линии. И несмотря на то, что сегодня коллективы даже пишут письма, что они хотят оставить того врача или того руководителя на этой занимаемой должности, что их все устраивает, на это никто не обращает внимания. Вы посмотрите, как проходят конкурсы. В конкурсах не участвуют даже депутаты. Они проходят, членов конкурса набирают, можно сказать, с улицы. Такое впечатление, как будто искусственно делают, чтобы все разваливалось. Ведь сегодня любому предприятию нужен хороший менеджер, правильно? Хороший руководитель. Слушайте, может просто этих людей нету физически? Да есть эти люди. Есть эти люди, ну как это нету людей? Их просто убирают, потому что они неугодны. Вот кто-то нашептал там нашему руководству, что этот человек не должен занимать эту посаду. И все, его просто искусственно убирают. Посмотрите, вот главврач детской больницы, заслуженный врач, имеет авторитет среди своих коллег. Почему он был уволен? Никто этому не дал разъяснения. Ну почему? Там звучало, ну на тот момент еще был, собственно, профильный заместитель Виталий Кендратьев, профильный заместитель главы областной государственной администрации, он комментировал таким образом, что просто истек срок контракта. Ну, истек срок контракта, это не повод, значит, что человека нельзя продлить ему контракт. Понимаете? И все. Я ж говорю, что сегодня по каким критериям подбираются руководители, даже непонятно. То есть можно сказать, что ну, человек даже не того уровня, и он сегодня приходит и собираются управлять каким-то там предприятием или тем же, ну, или той же областной какой-то больницей. Что с этим всем делать? Вот, собственно, весь наш сегодняшний разговор, это сидит в студии депутат областного совета, один из руководителей ключевой комиссии постоянной депутатской, и вот говорит, там не так, там не так, там не так. Но депутаты молчат по этому поводу. И вот, собственно, мы имеем ту ситуацию, которая имеет. И вряд ли ее можно считать нормальной. Ну, как мое личное мнение, я считаю, что в первую очередь, наверное, не справляется с этой задачей наше руководство области в целом. И на эту ситуацию должен отреагировать наш президент. Все-таки он есть гарантом. А подыскивать кадры, ну, это уже сугубо нужно ему. А все зависит будет от того, ну, какие придут до нас кадры и то, что мы получим. Вы посмотрите при Круглове Николая Петровича. Честно скажу, я уважаю этого человека. Это действительно уважаемый, ну, губернатор. Ведь он знал всю ситуацию, все, что происходит в любом уголке нашей области. Поверьте.
Он знал, и посмотрите, как кадровая политика велась. Несмотря на то, что даже работали в органах власти люди других партийных принадлежностей. Ну, работали люди профессионально, это всех устраивало. А сегодня, значит, они устраивают никого. Ну, еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, это, собственно, ситуацию во фракции оппозиционного блока в Николаевском областном совете. Вот в течение года такая трансформация происходила, часть депутатов выходила из фракции, но теперь заявляют о том, что возвращаются опять. Они уже возвратились, то их возвращение формализовано уже? Да, да. Сколько у вас сегодня человек? Сегодня нас насчитывается 17 человек. Я считаю, что они приняли довольно мудрое решение. Они поняли, что сегодня необходимо все-таки быть, ну, в большинстве для того, чтобы нас могли услышать и любое наше предложение все-таки могло достучаться до сегодня до органов власти. Что будет происходить дальше, ну, это сугубо уже как будет реагировать на это фракция. Но я не могу не спросить, а как вот, собственно, сегодня будут строиться отношения с этими людьми? Ведь, например, Максим Невенчин, когда он выходил, он там какие-то, собственно, высказывал, я не знаю, какие-то нелицеприятные вещи говорил в адрес оппозиционного блока. Ну, вы знаете, каждый человек делает какое-то для себя решение. И каждый человек делает какую-то там, ну, необдуманную ошибку. Я думаю, на сегодняшний день эти люди, ну, как бы, все обдумали и приняли для себя решение, что ведь, находясь в нашей фракции, у нас довольно очень хорошая фракция, довольно хорошие люди. Многие специалисты в той или иной отрасли. И, знаете, как говорят, один в поле не воин. То есть сегодня вы считаете, что ряды сплотились? Ну, думаю, можно ли говорить о том, что сегодня фракция оппозиционного блока, отдельные ее представители подвергаются некому давлению со стороны власти? Вы знаете, уже 2 года вот, мы испытываем, ну, какой-то дискомфорт к нашему отношению. В любой цивилизованной стране Европы оппозиция имеет право на свое существование. Ведь оппозиция – это не враг. Оппозиция – это тот орган, который представляет определенное количество избирателей, которые поверили в нашу партию. И такое впечатление слаживается в нашей области, что на существование оппозиционного блока мы просто не имеем на это права. Нас рассматривают как врагов. Любое наше предложение, любая наша проблема, которая поднимается, она просто игнорируется. С чем это связано? Может, связано с тем, чтобы усомнить работу депутатов нашей фракции. Усомнить в том, что сегодня депутат справляется со своими обязанностями. Что касается давления, непосредственно на сегодняшний день, после того, как 17 человек сегодня составляет фракция, после того, как она укрепилась, в некотором роде возникла для кого-то это как бы большая проблема. И сегодня началось такое точечное давление. Вот, насколько мне известно, сегодня замгубернатора Бонь вызывает к себе наших депутатов с нашей фракции и имеет с ними такое, как бы говорят, собеседование. Он предлагает ряд вариантов, чтобы люди уходили с нашей фракции, чтобы люди переходили в другие группы, чтобы предлагает людям там ту или иную посаду или вообще угрожает там, что их выгонят с работы. То есть сегодня непосредственно такое давление. А я прошу прощения, у вас во фракции есть бюджетники, да, на которые? Конечно, конечно. Лично, ну, как бы меня попросили люди это обширно не говорить, не называть эти фамилии, потому что все-таки у них есть семьи, есть работа. Непосредственно могу сказать за себя то, что я испытываю большое давление, да, испытываю, мне неоднократно как бы и угрожают, что за мной придут скоро, что меня увезут, что заберут мой бизнес, пройдутся по моему хозяйству.
То есть некоторым депутатам вообще дали определенный срок на существование и проживание в городе Николаеве. То есть существует, ну, такое давление сегодня существует, и мы его испытываем. Насколько я знаю, сегодня силовым структурам отдан такое, можно сказать, указание о том, чтобы рубить всех под корень депутатов областного совета с оппозиционной фракции. Как относятся к этому ваши избиратели, например? Ну, вы знаете, наши избиратели... Или они вот только вот сейчас буквально узнали об этом из нашего эфира? Я думаю, они об этом узнают. Ну, то, что мы живем в режиме ожидания, то это действительно так происходит. Мы испытываем любое давление. Лично я просыпаюсь и думаю, ну, не будет ли последний этот день. Ну, я даже не знаю, как реагировать на такое заявление. Так и есть. Так как испытываем, так оно и есть. Ну так все, бросайте этот оппозиционный блок. Ну что ж такое? Вы знаете, мне было такое предложение. Мне было предложение сложить свой депутатский мандат, отдать все. Ну, я ответил, а как на это отреагируют мои избиратели? Вот как они отреагируют? Ведь сегодня они делегировали меня, дали мне такие полномочия, чтобы я находился в областном совете и, ну, чем-то мог им помочь. Хорошо, подводя итог разговору. Ну вот, учитывая все, о чем мы говорили выше, и, скажем, недостатки в работе на уровне власти, несогласованность, открытое давление, о котором вы говорите, на представителей оппозиционного блока, ваш прогноз, вот, собственно, на наступающий год, что нас может ожидать? В целом, что нас ожидает? В целом, в области. Ну, вы знаете, я думаю, ничего не поменяется, может даже будет и хуже. Если не будет выполнен бюджет, если не будут также, ну, если будут, вернее, также использованы рычаги, провалы в каких-то, ну, выделения денег, неиспользованные программы, то я думаю, ничего хорошего не будет. Пессимистично как-то. Володимир Фроленко, депутат Миколаївської обласної ради, голова фракції партії «Опозиційний блок», секретар постійної депутатської комісії з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій, був сьогодні нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Спасибо. До бачення.